Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы будем опробовать с вами, я буду проводить тестирование новой аппаратуры, то есть будем отдельно писать звук, отдельно писать видео, потом это совмещать все это в программе. Ну, в общем, решил я улучшить качество нашего аудио-видеоизображения посредством нововведений всевозможных. То есть вот было приобретено вот такое вот цифровое устройство под названием диктофон, вот такой вот микрофончик петличка. Сейчас, кстати, вот эту вот ветрозащиту как раз и проверим. То есть я сегодня все утро сидел и вырезал из поролона вот такую вот ветрозащиту, потому что, ну, найти ветрозащиту отдельно для микрофона как-то, ну, достаточно тяжело. Это обычный компьютерный стерео микрофончик. И в чем преимущество всего этого действия? То, что я могу уходить, подходить, а камера все это время будет снимать общим планом. То есть мне не надо напрягаться, мне не надо кричать в микрофон, который находится на камере. Вот мы сейчас с дочкой гуляем, ну и я буду ходить, говорить, потом мы все это дело синхронизируем в компьютерной программе для того, чтобы зрители нашего канала еще с большим удовольствием смотрели наши выпуски, наши сюжеты. Итак, давайте попробуем удалиться на расстояние. Саша, пойдем покачаемся. Пойдем, вот качелька. Давай. Нет, а тут камера-то снимает, она эту качельку снимает. Давай. Эть. Садись. Скажи привет, я и мой хвост. Скажи, я и мой хвост, привет. Скажешь, нет? А почему? Не хочешь? Стесняешься? Не стесняешься? Ну ладно, давай. Та-дам. Держишься? Ну хорошо. Ну вот примерно таким образом мы можем теперь с вами, я буду отходить именно от объектива камеры, буду показывать вам. Сейчас Оля придет, Аня придет, да. Мы будем уходить от объектива камеры, показывать вам какие-то действия с собачками, и качество звука при этом не будет теряться. Да, Саш? Качество звука не будет теряться при этом? Нет, не будет. Ну, хорошо. Пойдем в камеру, скажем нашим зрителям. Пойдем. Ты знаешь, что должна будешь сказать? Ты должна будешь сказать: заслужите доверие и уважение. Хорошо? Да. Уважение скажешь? Хорошо. Я тебе когда пальчик покажу. Итак, друзья мои, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Моя соведущая Александра. Заслужите доверие, заслужите уважение. Уважение. Уважение, Саша говорит. И у вас все получится. Спасибо. Уважение. Уважение? Да. Уважение. Вот сюда смотри. Уважение. Уважение. Молодец.